Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И сегодня ролик по следам одного обучения, которое просмотрели за неполные сутки 2500 тысяч человек. Я не знаю, мне непонятно, почему участников платформы Infinity упорно толкают на eBay, но все-таки получается так, что есть наши коллеги, которые работают на eBay. Во-первых, eBay только для россиян. Это один минус этой площадки. Во-вторых, и у самих россиян не все очень гладко здесь. В-третьих, по сравнению с Amazon, если здесь на eBay разрешено начинать с 10 товаров, потом 20 и так далее, по чуть-чуть каждый месяц добавлять, то на Амазоне на бесплатном аккаунте можно торговать с 40 наименованиями товаров. Вот представьте, 10 и 40. Просто на Амазоне платишь фиксированную комиссию 0,99 за каждый проданный товар без месячной оплаты. Это коротко о бесплатном аккаунте продавца на Amazon. В этом обучении рассказывалось о таком инструменте, как Watchcout. В одном из роликов я его показывал. Но поскольку моей команде он не нужен, я к нему больше не возвращался. Но для тех, кто все-таки хочет пользоваться этим инструментом, в принципе, и наши тоже могут ради интереса. Вчера, да, показывалось, в какой вкладке что, как, куда и куда тыкать. Могу вам сказать, что все, что надо, вот это главная страница. Это на главной странице уже есть. Если вот это топ поиска на eBay, который показывался. Но буквально соседнее окошко говорится о том, самое горячее на eBay. И вот здесь те слова, те запросы, по которым осуществляется поиск и продажа на площадке eBay. Не знаю, для чего ходить вот по всем этим вкладкам, когда все тут написано. Самое такое в поиске — это free shipping. Это второй момент, на который опять же обращалось внимание, что мы выбираем товар на Амазоне дороже $35 для того, чтобы доставка была бесплатной. Если кликнуть вот по этому запросу и посмотреть, какие товары нам выдадутся, увидим, что здесь очень много товаров ценой ниже $35. $20 с бесплатной доставкой. Ну, 37 это дороже. 13, ну, 14, 13 и так далее. То есть на самом eBay есть немало товаров, их тут много. Их тут несколько страниц. И среди них очень много тех, которые дешевле 35 и тем более $50, о котором все время говорят, что тут от $50 бесплатная доставка. Вот пролистайте вниз и увидите, как много здесь товаров, который с бесплатной доставкой. Вот $3 и доставка бесплатная. Но опять же, не об этом. Вот перейдя на самый популярный запрос, мы видим опять то, что зачем не надо никуда переходить. Вот это количество просмотров данного товара, а это количество продаж.
То есть на 4300 просмотров 5000 продаж. Некоторые из просмотревших брали по 2, по 3 парика. Но вот этот вот показатель, он самый главный. То есть, опять же, не надо искать те же ножи, да, там были. Когда вы смотрите вот в основной таблице, на основном листе товары, вот здесь везде показано, сколько просмотров и сколько продаж. Нет необходимости переходить на этот товар, чтобы сориентироваться и узнать, сколько данного товара продано. Следующий важный момент. Поскольку весь этот механизм, то есть регистрация на eBay для того, чтобы сюда сделать листинг своего товара с Амазона, ну, смысл именно в этом. В Амазоне есть только три категории, которые представлены на спрингборде. То есть мы со спрингборда берем, ставим, выставляем на Amazon товар и уже с амазоновского аккаунта прикрепляем сюда. Поэтому в поисках, в своих изысканиях необходимо обязательно выбрать категорию. Категорию, в которой мы имеем право работать на Амазоне. Тут есть тот же, допустим, автомотивы и так далее, вот моторы, запчасти и все такое, которые на Амазоне нам недоступны. Там нужны, ну, свои документы, скажем так, на эти товары. И глядя вот на эти запросы, на самые горячие на eBay, понятно, для чего люди сюда приходят. Вот это золотые монеты, допустим. Вот третий по популярности запрос. Четвертый – бейсбольные карточки. Это идет ноутбуки, лаптоп. То есть, даже если вы переходите на самые популярные запросы и смотрите, какие же самые популярные запросы, они из вот этой серии. Все относится к тому, что здесь написано. Так что сюда не знаю, для чего ходить. Теперь free shipping. Опять переходим сюда. И самое первое у нас вот этот парик. На спрингборде и мне тоже поначалу казалось очень странным, что там парики всякие, конские хвосты выставлены. Ну, так думаешь, кто будет покупать? А оказывается, видите, покупают американцы. Это опять же к тому, что с нашим потребительским вкусом нельзя подходить к тому, что покупают в Америке. А большинство из нас уверен, что на эти парики не обращали внимания. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, тут информация, что в течение 25 дней вот это предложение доступно. То есть постоянно этот товар можно считать, что есть. Открываем его уже на странице продавца. Вот этот товар. И давайте его найдем на Амазоне. Вот это free shipping не будем копировать, потому что это к самому названию не имеет отношения. Вот искомый товар, который мы ищем. Здесь он стоит, ну давайте его тоже откроем в большом окошке. Здесь он стоит на Амазоне 25,59 плюс почти $5 доставка. $30 с доставкой. Здесь стоит
$20 с доставкой. На 30% дешевле. И здесь опять же пишется, сколько продано данного товара. Все есть. Получается, и причем здесь на Амазоне один единственный продавец, потому что здесь ниже мы не видим еще продавца на данном товаре. Вот он один. Получается, если сделать так называемый дропшиппинг, то есть сделать листинг, составить на своем аккаунте бесплатном описание товара, наименование похожее на это, чуть-чуть с небольшим отличием, то мы будем вдвоем на товаре. Допустим, я тоже выставил такой товар, и у нас будет двое. То есть конкурент у нас будет один. И в такой нише легче найти клиента, чем в нише с теми же ножами, которыми торгуют, ну не знаю, 20-30 человек. То, что выйдут именно на вас, это еще большой-большой вопрос. Дальше можно вот здесь, не помню, как искал продавца товара этого продавца, но вот его магазин. Вот здесь можно зайти и посмотреть, чем торгует этот товарищ. Вот его товары, полный список. 581 товар в разных категориях. Ну и в основном тут все для женщин. Все для женщин. Парики всякие и все такое прочее. Для девушек, для женщин. На Амазоне я показывал, что чуть ниже под вашим основным поиском показывается то, что просматривающий данный продукт также просматривали. И вот здесь мы видим вот это вот чудо, которое является бестселлером. Вот этот товар, вот этот парик является бестселлером на Амазоне. То есть к чему мы пришли? К тому, что надо обязательно определиться с категорией в первую очередь, в которой, то есть выбрать одну из трех по большому счету, потому что на Амазоне у нас есть возможность работать только в трех категориях. И не факт, что все товары с Амазона нужно и можно перекидывать на eBay. Можно делать и обратный ход с eBay на Amazon. Сейчас вместе с вами давайте еще одно покажу. Вставим слово корзины. И это относится дом и сад. Кликаем по поиску корзины в этой категории, потому что в ней мы имеем право работать, и смотрим, какие тут есть корзины. Я специально иду к той корзине, о которой хочу вам показать. Вот на первой странице вот этот комплект корзин. Вот посмотрите, это корзины для белья, у которых на 165 просмотров 758 продаж. То есть в три раза больше продаж, чем просмотров. Вы представляете, тут какая картина обратная. Цена 2,28, бесплатная доставка. Теперь посмотрим вот этот товар на Амазоне. Вот он. $12.
Здесь 3 доллара с бесплатной доставкой. Как вам разница? И аналогичных товаров тут, вот типа этого у нас есть на спрингборде, похожее на это. Давайте рассмотрим поближе этот товар. Он совершенно тот же самый, что и на eBay. И посмотрим вот этот товар на eBay. Тот же самый товар на eBay. Сейчас подгрузится страница. Они еще грузятся. Ну, думаю, откроются. Так посмотрим, что в магазине вот этого продавца. Вот его магазин. Визит стор. Посетить магазин. Посмотрим, что он продает. Семь тысяч 522 наименования. Продавец более чем надежный, более чем надежный. И дропшипить у этого продавца на Amazon можно запросто. Можно запросто. Вот такие ходы тоже есть с eBay и на Amazon. А не с Амазона на eBay. Сам продавец, вот он. Можно посмотреть отзывы о нем и все такое. Прочитать. Вот его профиль. Из Китая. С 13 года торгует на данной площадке. Отзывы в основном хорошие. Вот и все. Можно брать и делать товар отсюда, на сам-то он с Китая. Вот он. Итак, на этом заканчиваю, ребята, свой ролик. Просто хотел вам показать, что не только и не столько выгодно именно с Амазона перекидываться на eBay, но все-таки те, кто решили на eBay торговать, думаю, вот эта информация по тому, чтобы быстренько ориентироваться, не ходить там через разные вкладки. Просто на главной странице все это есть. Все это есть. Выбирайте категорию, и вы будете иметь полное представление о выбранном вами товаре. По категориям. А самое горячее, еще раз покажу, вот здесь. Вот здесь. Вот оно. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.